Привет, народ, привет, YouTube. Сегодня планировал съездить по Петроградке погулять. Не знаю, получится или нет, потому что новая проблема у нас небольшая возникла. Нужно на кровати поменять матрас. Потому что матрас здесь очень дурацкий. Вот такой вот он. Не знаю, как он называется, ватный. Мы, поскольку думали, что долго здесь не задержимся, покупать не собирались новый матрас, но... Поскольку уже задержались, неизвестно еще, когда вырвемся, и вырвемся ли вообще. Сейчас едем в Икею для покупки нового матраса. Ну, может, еще что-нибудь прикупим. Так что, поехали с нами. До Икеи доехали. Сейчас пойдем искать матрас. Операция матрас. Операция башмак у нас была. Теперь будет операция матрас. На самом деле не знаем, какой покупать. Есть вариант купить пружинный, а есть вариант купить латексный. А вы какой матрас хотите? Помягче или пожестче? Да помягче. У Юлькиной мамы день рождения через 2 дня. Поэтому помимо матраса нам еще нужно какой-нибудь подарочек купить. Там на самом деле очень много чего нужно. О, это мечта, Ксюхина двухъярусная кровать. Я тоже хотела. Новая гостиная всего за 49 932 рубля. Здесь же можно посидеть, да, наверное? Да. На нем спать даже можно. Ну что ты? Кровать двухместная, за 4-300, хочешь? Подушку хочешь? Он двухспальный? Да, он двухспальный. Да ладно. Диван, кровать двухместная. Ух ты! Клево. Легко превращается в кровать. Иди присядь. Может, нам вместо матраса такую штуку купить? Знаешь, сколько места сразу? Да. Освободиться. Сколько он разбирает. СМС. Помогая взрослым по крупицам восстановить их разрушенные жизни. Получается кровать. Да, диван за 4000. Не, вот то кресло, которое, помнишь, тогда? Ну, прям супер. Я все время хотел вот такое. Чего не понял? Осознал? Ну, кстати, прикольно. Большой лайфхак от Ларос, если вам снимать видео негде, а вы хотите снимать в интересных локациях, просто приходите в Икею и занимаете место и снимаете. Вот вам даже кулинарное шоу, разумеется. Рассказываешь, показываешь. У меня такое ощущение, что мы матрасы куда-то уже пропустили, что далеко ушли. Мини-кроватка на мой размерчик. А это для нас 1400 рублей. Целая кровать. Да, но у нас и так. Ну, мы с ней, на ней проспим, я думаю, один раз. Вот еще одна локация. Короче, локаций здесь штук 20 можно найти. Можно снимать видео на любой вкус. Я принцесса называется. Сплю под принцессной кроваткой. Охренеть. Здесь спишь. Здесь у тебя столик. Здесь уроки делать. Здесь еще можно балетом заниматься, смотри. Вообще зачетно. Видишь? Такая надпись «Мечтать не вредно». Да, и надпись, как надо. «Мечтать не вредно». Посматриваю матрасы. Вот кровать продается, написано, какой матрас. Вот лежит матрас, видишь? Короче, вот матрас я нашел. Это который... Вот он. Да. Нет, где он? Нет, вот он. Он такой громадный, я думал, он меньше. Вот он. На 18 сантиметров. Ну ничего так. Мягонь. Надо теперь найти второй матрас, который я хотел. Силиконовый или какой-то. Сперва какой-то мере. Какой 10 сантиметров? Вот. А, значит, да, значит он.
Наш размер стоит 4 800. Да, короче, что-то тогда надо покупать. Ляг-приляг специально. Вот видишь, ноги здесь закрывают, чтобы можно было прилечь. Единственное, что здесь еще вот эта хрень сверху лежит. Ну как? Ну мне-то вообще зашибатно. Сколько? Ну 42-45. Продают сейчас в Икее такой пряничный домик. А, там пряник, который сам собираешь. Какую-то карамель, видимо, склеиваешь. Прикольно. Юлька еще очень бокал хочет купить, потому что она все выкинула, когда он приехал. У нас ни одного бокала нет. Нам, в принципе, особо не надо. Вот что нам надо, наверное, трубы. Можно взять? 99 рублей. Гардины. Вот что мы давным-давно хотели купить. Вот что нам нужно. Вот это действительно нужно. Какой размер у них? 57, нет, 145 на 270. 270, значит, длинный. Ну да, в принципе, нормально. Мне кажется, зеленый. Мне может тоже больше всех нравится. А потому что у нас одна стена зеленая, напротив нее тоже зеленая будет. Можно белую тюль купить? Или что это? А, это занавески, это ничего. Гардины. 500 рублей. Это вариант. Белые. Веселые. Ну, это красивее. И на 200 рублей все дороже. Или это? Нет, пара тоже. Размер такой же. Ну, не знаю, я, наверное, за это. Хотя, может, это веселее. А это плотненькое, смотри, какое. Я буду собирать всю коллекцию. Я буду копить и буду покупать всех животных, которые тут есть. Хоть одного ты купила? Ты купила? Мне папочка мой любимый подарил. Кажется, в Советском Союзе мы все с вами были очень богатыми. Видите, ковер? На них еще, на фоне таких ковров еще модно было фоткаться. О, стоимость 30 тысяч. Вот тот стоит 49,90. Вон, маленькие коврики, крошечные. 30 тысяч. Офигеть. Иранские ковры. Из Ирана. А были такие в Советском Союзе. Ну, по крайней мере, рисунок один в один. Теперь мы точно знаем, откуда брали рисунок для этих ковров. Офигеть. О, надо такие тапки еще купить. И буду снимать ролики. В общем, все купили. Отдельно покажу, что именно купили. Ну, мелочи мы с собой взяли. Ну вот. Когда все будет готово, когда все будет дома, я вам все покажу отдельно. Отдельный ролик сниму и про матрас. Прошли наши покупки, наверное. К сожалению, целый день мы практически потратили, там 5 часов пробродили по Икее. Купили мы вот этот матрас вот такой. Стоит он по итогу что-то около 4000 рублей. Купили шторы. Сейчас все это повесим и покажу. Купили вот такой вот пледик. А, ну вроде все. Сейчас повесим шторы, поставим матрас. И круто. Да, на Петроград, как я уже сказал, не успели. Точнее, я не успел. Надеюсь, что завтра время будет. Я завтра обязательно съезжу. Хочу показать вам такая новая идея пришла в голову. Просто бродить по каким-то интересным улицам. Улиц с историей. В центре Петербурга очень много. Они практически все там с историей. Вот. Поэтому, в общем, дождитесь следующего выпуска. Возможно, вам будет интересно. Ну, а на сегодня все. Покеда.